Сегодня в расписание вернулись все поезда Стриж, Москва, Нижний Новгород. Так в ежедневном режиме теперь работают все рейсы с 700 по 710. До этого, с 3 июля, на маршрут вернулись три пары поездов, которые курсировали по отдельным датам. Еще раньше, во время ограничительных мер, на направлении работали только составы 704 и 705. Отмечу, что все вагоны оборудованы системой климат-контроля, которая в том числе очищает и обеззараживает воздух. Перед рейсом вагоны по-прежнему проходят обязательную дезинфекцию. Поездная бригада проводит уборку специальными обеззараживающими средствами и в пути следования. Всем пассажирам измеряют температуру. Они всегда могут приобрести маски, перчатки и антисептики.